здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». Очередная неделя марта начнется с перемен. Солнце переходит из романтичных рыб в активное созвездие Овна. Это астрологическое событие многим знакам зодиака прибавит энергии и смелости для решительных действий. Теперь подробнее о прогнозе с 18 по 24 марта. Овнам рекомендуется запланировать все срочные дела на первую половину недели, так как, начиная с четверга, дела будут идти не по запланированному сценарию. Многим будет необходимо снизить физическую активность и проводить больше времени с семьей и близкими людьми. Тельцов ожидает неоднозначная неделя. Влияние обстоятельств будет так сильно, что во многих случаях нет смысла сопротивляться и плыть против течения. Вторая половина недели успешна в материальной сфере, а также принесет вдохновение и ощущение праздника. Это замечательное время, чтобы преобразиться. Звезды советуют в этот период посетить как можно больше развлекательных мероприятий. Вас ждет много перспективных знакомств. Близнецам неделя предоставит хорошие возможности расширить круг своего общения и влияния. В профессии это будут новые клиенты или потенциальные партнеры, в личной сфере – поклонники. Ракам на этой неделе необходимо прислушиваться к собственной интуиции, а также обратиться к своему богатому воображению и умению чувствовать настроение и желания других людей. Эта способность пригодится и в профессиональной сфере, и в личных отношениях. Львы посвятят всю неделю своей внешности и возможности произвести хорошее впечатление на окружающих. Многие обновят не только свой гардероб, но и внешний вид. Например, сменят цвет волос, прическу или макияж. Перемены стиля произведут очень хороший эффект. Если профессия представителей знака связана с публичной сферой и политикой, звезды обещают особое внимание к вашей персоне. Главное – удачно воспользоваться ситуацией. А если вы заняты творческой работой, то неординарность и яркая эффектная внешность привлекут еще больше почитателей и поклонников. Девам предстоит очень продуктивная неделя, когда будет возможность и хорошо поработать, и весело провести время. Совместный семейный отдых или поездки обещают принести не только яркие впечатления, но и укрепить существующие отношения, перевести их на более высокий уровень. Весам родителям стоит уделить больше времени детям, их заботам и проблемам. Ненавязчивое и тактичное участие, а также предложение помощи существенно улучшит связь между поколениями. А весов, занятых поисками своей второй половинки, ждут встречи, свидания и появления новых друзей. Эти события будут способствовать хорошему настроению в течение всей недели. У скорпионов начинается прекрасное время для планирования будущего в любых вопросах, касающихся дома или семьи. Удачное расположение звезд позволит направить энергию на ремонт или приобретение в дом вещей или мебели, покупка которых давно откладывалась. Близкие люди остро нуждаются в вашем внимании. Не скупитесь на душевные беседы и приятные встречи. Стрельцы будут наслаждаться материальным благополучием и смогут спокойно тратить деньги на удовольствие. У многих представителей знака появится возможность сменить место работы или сферу деятельности на более перспективную и интересную. Козерогам неделя предоставит возможность перезагрузиться, а потом с новыми силами взяться за реализацию своих целей. К слову, многим придется пересмотреть часть своих текущих планов или задач. Возможно, пришло время внести корректировки. Это касается не только рабочих вопросов и финансов, но и взаимоотношений. Водолеям неделя принесет много новых знакомств. Профессиональная сфера обещает быть насыщенной событиями. Проявить себя могут те, кто занят творчеством и искусством. На первых ролях будут и представители воздушного знака, чья деятельность связана с преподаванием, передачей знаний и социальной сферой.
По части романтики неделя также богата увлекательным общением с противоположным полом, встречами и свиданиями. Рыбам неделя принесет необычные эмоции и ощущения, связанные с транзитом Марса по вашему знаку. Представители водной стихии будут активными, а некоторые даже начнут проявлять совсем не свойственный им агрессию и напор. В профессиональной сфере возможны конфликты с подчиненными и другими коллегами, а для решения вопросов с руководством подходит пятница. Выходные желательно посвятить банальному домашнему отдыху, сну, полноценному питанию, просмотру любимых фильмов или чтению. Возможны приятные сюрпризы и знаки внимания во второй половине недели. Вероятность перспективных знакомств в четверг или пятницу будет высокой у рыб, находящихся в поисках достойного партнера. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы!